Завершена поисково-спасательная операция на месте страшного крушения автобуса в перуанском регионе Пасамайя. Спасателям, наконец, удалось извлечь из-под искореженных обломков тело последней жертвы. Индире Диас-Пасачи был всего 21 год. Девушка училась в университете. С места трагедии тело поднимали на вертолете. Я очень счастлива, вернее, несчастлива. Они отдали мне тело моей дочери. Я несчастлива, никто не сможет избавить меня от боли. Но теперь дочь со мной, и я похороню ее по-христиански. Таким образом, общее число погибших – 48 человек. Еще шестерым удалось выжить. Все они доставлены в больницу. По словам одного мужчины, он спасся тем, что успел выпрыгнуть из автобуса, прежде чем тот сорвался в пропасть. Напомним, пассажирский автобус упал со 100-метровой высоты на участке серпантинной трассы, который называется «Поворот дьявола». Предположительно, перед этим он столкнулся с грузовиком. Инцидент произошел в 70 километрах от Лимы. Автобус следовал в столицу из города Уачо. Точную причину трагедии до сих пор выясняют.